Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 23-м уроке. Мы продолжаем с вами изучать компонент Gridbox, конструктор лендингов для Joomla. В этом уроке мы рассмотрим с вами плагин «Анимированный счетчик». Ну, давайте посмотрим. Вот так он выглядит. Заходим, и сразу мы увидим, до какой-то цифры у нас происходит анимация. Давайте зайдем внутрь и посмотрим на строчки. Опция. Первое – это вы вбиваете цифру, до какой бежать, то есть анимировать, до какого числа, да? То есть, например, сделаю 100, и вы видите сразу в режиме редактирования, как у нас анимационно до сотни это все пробегает. Вот здесь вот задается скорость. Если хотите медленней, например, я делаю 3000, тогда будет двигаться достаточно медленно. Все здесь достаточно просто и понятно. Следующая опция – это Style, Counter. Значит, где расположить счетчик? Слева, справа, по центру. Для наших цифр сразу можно задать наш шрифт, который мы используем для сайта. Вот таким образом. Цвет нашим, значит, цифрам. И, соответственно, размерчик. Можно сделать побольше. Дальше Background. У нас там видна такая серая область. Первый цвет – это задняя заливочка. Можно что-то здесь сделать такое, чтобы это было видно. Например, что-то вот такое. Border color. Но это цвет рамочки, если это нужно. Padding. Ну, вы видите, это у нас внутренний отступ. И размер самого этого круга задается здесь. Border radius в пикселях, то есть смотрите, мы можем сделать квадрат или оставить круг. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. А следующая у нас опция остается только margin, то есть это у нас общий отступ, внешний отступ. В принципе, все. То есть смотрите, как правило, на лендинге делаются несколько вот таких вариантов бегущих цифр, да. Ниже вы сможете добавить какой-то текст, добавить плагин текста, например, там 100 отзывов, там 100 сотрудников, или куда обычно добавляют вот такие элементы на сайт. Потом, в общем, когда вы подготовили, вы можете очень быстренько сделать либо дубликат, либо сделать фреймворк. Делаем дубликат и переносим. Дальше делаем еще один дубликат и переносим. Ну и, соответственно, будет эффектно смотреться. Конечно же, вы измените в следующих вот этих элементах, до какой цифры бежать, но лучше еще изменить и скорость, чтобы они не одновременно бежали. Скажем, здесь у вас какой-то параметр идет до 70, например, и скорость будет, например, 2000 побыстрее, да? Save. А здесь, например, 85 и скорость уже 1500. Save. И смотрим на сайте. У нас все хорошо получилось. На этом урок закончен. Надеюсь, он вам понравился. Если для вас он был полезным, ставьте, пожалуйста, палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить новые полезные, интересные выпуски. Делитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, я недавно ее открыл, ссылочка будет в описании этого видео. И до новых видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат.
Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.